И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Crystal Ice карте с модом Extinction Core. Но сегодня мы пойдем не по моду, а по ванилке. Сзади меня вы видите прекрасное сооружение. Если я не забуду, я добавлю ссылку в описание. Если забуду, пишите в комментариях, я добавлю ссылку в плаще. Ну, отвечу в комментариях и добавлю ссылку позже. Было уже раз. Вот такое безумие. Это просто... Блин, это просто шедевр, я бы так сказал. В общем, мы идем, судя по названию, вы видите прекрасно, мы идем за кристальными вивернами. Ну, вообще, в целом, за вивернами. Такая постройка, она именно что, по идее, должна тормозить этих самых виверн. И, ну, то есть, как-то она должна багать так, что... Главное, самому не забудь, где они вообще находятся. Что они не пролетают дальше. То есть так проходишь и оп, и они больше не летят у тебя никуда. Кстати, я только сейчас понял, что я даже не приготовился и не взял с собой винтовку. Но заодно покажу, что у меня здесь. Ничего. Ровная площадка. Вот, я ее застроил просто в камень пока что. Пока что в камень, там будет видно. Что, как, где будет. То есть я по постройке пока что вообще не думал, но это уже хорошо. Опробовал побегать на Фенрире. Фенрир прям красавчик, как бы не сказать лучше. Вот, то есть прям вообще все супер, все замечательно в плане урона. Так, давай-ка я сейчас лишнее все выкину. Так, отлично, подготовился. Винтовочка. Моя та самая винтовочка. Немножечко дротиков. И на том, как говорится, хорошо. Водичка, пускай будет. Раз уж дропнулась, пускай будет. Так. Теперь самое главное, реально не забудь, где моя постройка находится. Виверночки. Где-то здесь. Почему я построил здесь? Потому что где-то здесь находится тропическая виверна. Вот я думаю, 195-й можно переставить или нет? По идее, нет. То есть она, по идее, должна меня дамажить, как последняя тварь. Но это легко проверить. Виверны, они... Если ничего не изменилось за 2 года... Вот, виверны, они должны быть неагрессивными. Вот, и не должны нападать. Ну, мы прекрасно помним, какая-то тварь за мной летела, но это было 200 с лишним левел. Добрый вечер, Додорекс 55 левела. Да, он чисто седлом томится, это нужно будет подойти, вроде бы седло на него надеть. Но я не помню. Ну, в общем, тусуются, это уже хорошо. Они, значит, спавнятся, и все просто замечательно. Ладно, сейчас самое главное, что правильно, мне нужно... сагрить эту виверну. И тут как бы два варианта. Либо она сагрится, и я с нее получу... А, подожди. Хейр. Так это же это, типа жесткая тварь, короче, да? Да. Это же жесткая тварь. Ну, слушай, ну давай, заодно посмотрим. Бляха-муха, конечно, 195-й я решил проверить. Я только сейчас понял, я здесь ни разу не летал. Здесь слишком жесткое такое местечко, чтобы здесь просто так вот летать. Я здесь ни разу не летал. Ну вы поняли, почему есть жесткое местечко. И здесь летать нужно будет безумцем. Тлеющая кристальная виверна. Да, но это вот хейр, это точно не то, что мне нужно. Я вам так скажу. Ну, в смысле, она не притомится. Это факт. О, Отис. Прайм Отис. Ой, Отис, господи. Отор. Угу. Кровавая кристальная виверна. Уже сагрилась на меня. Хм.
Ну, это вряд ли добываются кристальчики. Так. Мне вообще давай любую виверну. Давай, за мной любая виверна. Оп. Быстренько это какая, а? Ты посмотри на нее. Давай вот ты только застревать не будешь, да? Я чё, зря сюда... Оп. Чё, сюда зря летел, что ли? Тихо. Кусаться-то не нужно. Просто пламешком. Пламешком так. Хоп. И промахнулся. Без зубов. Вау. Да. Уа! Карта прогрузилась. Без зубов. Давай выше, чтобы Дудорекс на тебя не согрелся. Или ты на него. Да кто ж тебя знает, ты дурная. Давай со мной. За мной. Не, по идее же мне любая проканает, потому что это же кристаллы, мне же нужны кристаллы. Ну, камон, вы знаете, как там этих. Уихи! Кать. Мне просто самое главное сейчас интересно. А сработает ловушка ли? А! Дурное отродье. Я ж посрал на тебя. У-ху! Тихо. Так. Так, вот это надо отключить. Твою мать! Куда? Простите, за ультразвук. Иди! Иди. А что это я с тобой играл? Да ёп. Так, пошли. В натуре. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты только вот на птерчика не агрись, пожалуйста. Ах ты, скотинка, сбоку подошла. Ну, естественно, ты будешь на всех агрезах, кроме меня. Так, иди сюда. Давай не будем тратить твое и мое время. Ты обречена. Еще я просто слезу, и я тебя с помощью... Ох ты, еще и тут... Да они все жирные такие. С помощью дробаша убью тогда. Не беси меня. Так, где эта тварь? Ага, вот или. Так, вот насрать, короче, на всех, давай. Вот. Хватит уже выпендриваться. Пойдешь за мной? Мне нужно, чтобы ты, конечно, по прямой пошла. Но! Вроде как тоже проканала. Вот давай теперь проверим. А в обратку ты сможешь вылететь? О, да ты смогла вылететь, да? Ага, да. Да, все нормально, ты вылетаешь, если что. Ну, то есть, как бы это... Да, она застревает, и пока ты спереди находишься, типа, она все нормально. А где ты? Тут... Ты что такая резкая? Я с тобой играю. Ой, да ладно, вот давай вот без обид вот этих всяких, это, типа, ой, да ты меня в ловушку загнал. Я с тобой не играю. Давай. Терчик, терпи. Мы с тобой еще не через такое проходили. Так... Когда чуть не помер, бедолага. Так, ну почти угадала.
Ах ты скотинка. Да хорош там магриться на всё подряд. Опять ты. Малину меня тут портишь. Так, надо тебя точно тут развалить. Ты мне малину портишь своим присутствием. Ты лишь жертва обстоятельств. Прости. Я против тебя ничего не имел, но... Сам понимаешь. Ты лишь виртуальная оболочка. Так, слышь! Ты чё, на всех что ли агрессию собрался? Мне чё, весь остров что ли зачищать? Ты меня оборзел ли? Так столько почести тебе. Эй, где там? Вообще, беспредел устроил. Ну-ка давай за мной. Где ты там? Вот, отличненько. Облетаем. Ну ты почти угадал. Ах ты ж скотина, скучно ему стало, стою на месте, не реагирую на него. Вот ж ты бесяка. Да, не спорю, с обычными этими воротами было бы намного легче. Быстрее, надежнее. Она бы не вылетела. И как бы да. Было бы все намного круче. Но я хотел проверить, как эта безумная ловушка работает. Она просто выглядит просто как что-то, что не должно работать вообще. Но как-то каким-то макаром работает. Что удивительно. Вот. На меня агресс. Скотина. Просто пролетает сквозь внизу. Ну да, я об этом и думал, что когда это, что именно так и будет. Просто, видите, у него он пролетал именно вот здесь, и как бы все нормально было. Меня это вызвало сомнение. Просто предыдущая ловушка, которую у него смотрел, она прям работала. Что там, на магмозавра или как там он? Так, ладно. Сейчас попробуем загнать ее. Он просто сагрился. Просто сагрился, там он трайки тусуется, он на них сагрился. Ах ты ж бесяка-то, а? Не. На упражнение стрелять это вообще не мое, даже близко. Ой, полыхаю. Ну, допустим, больно. Нет, так ты уже не попадешь. Я просто устал уже летать. Мне это начало аж бесить летать. Ты смотри-ка, просто тварина, а. Оп! One shot! Подожди, братан, да подожди! Я сказал! Леха-муха. Мне вообще насрать на нее. 11 кристаллов. Ну, допустим. Винтовка у меня просто хорошая. А теперь... Долгожданно. Скотина. Летаешь за тобой. Полкарты облетаешь. Потом ты, тварь, куда-то там что-то, где-то выпендриваешься. Эх. Ну вот, отличненько. Радужные. Этот. Коготочек. Текс. Ну. Одно я могу сказать. Ловушка не работает. Да как она работает? Но в нее еще нужно умудриться загнать 11. Но постройка безумная. Просто безумная. Так, демолищ. Демолищ. Уи. Так, обычная постройка с пилами, ну как на аргентависах и так далее, работает намного лучше. Так, что мне тебе качнуть? И качнуть тебе на здоровье. Мы столько с тобой кровушки тут потеряли. Пригодится. О, с ней кристалл добывается, клево. А теперь погнали. А я хочу тропическую.
Я хочу тропическую, только не хейр, а вот обычную тропическую, 130 левел, и будем пробовать ее томить. Ого, а я думаю, что такой птер-то такой какой-то необычный, это альфа-птер. Прикольно. Ладно. Летим дальше. Опять-таки же, почему пробовать томить? Потому что, ну, камон. Есть всякие трайбмены. О, тусуются. Ну, в общем, это моды. И на модах это как бы вам не шуши-шуши. Это прям будет жопа полная. Пытаться что-то сделать ванильное. Тем более такое, где нужно кормить и бегать за этой самой виверной. Смотрю вот на эту площадку, и мне так кажется, что именно здесь я и томил свою виверну на первом своем выживании. Ну, когда карта только появилась. Интересное наблюдение, но, по ходу дела, реально я здесь и томил. Так, убираем. Почему? Чтобы я потом не беспокоился, что я где-то завалит его. А это, между прочим, мой друган, соратник. И вообще, мы с ним с первого класса вместе. Ладно, кто понял отсылку, тот понял. Погнали. О, какой погнали? Мне же нужно кристальчики так. Еда. Кристальчики в последний слот. И не важно, какая у вас там кнопка. Все говорят, на нолик. Не важно, какая кнопка. В последний слот. Так, отлично. Вот, видишь, это не агрится. Потому что что? Это хорошая дина. Твоим 56%? Серьезно? Серьезно? Ну, это рейты. Это как бы понятное дело, это рейты. А я тоже могу летать. Опять-таки же, я не помню, но если не ошибаюсь, когда ввели кристалку, вот этого вот и не было. Да, и вот сейчас вот это вот убираю. И вот это вот не было. А слушай, тогда вроде бы еще генезис это не было. Второго. А может даже и первого. Я уже не помню. Это было давно. Это было реально очень давно. И вроде бы вот это вот не было. Потому что мне приходилось, я помню, мучиться и самому как-то все это дело выискивать, летать и так далее. Оп! Нет, не оно. Да, здесь типа можно как-то зацепиться за нее, сверху сесть и все в таком духе и летать на ней. Ну, камон, мы не ищем легких путей. О, подожди, там зеленая надпись была. Так, подожди, лети сюда. Лети сюда. А может мне просто показалось. О, тихо. Да, а зеленая надпись все-таки уже была, раз она приземлилась. О, да не было надписи, мне показалось. Ну, ёпа, раз это... Только всякое говно. Говнятинки понабирал. Так. Ай, так, я тебя под жопой застрял, подожди. Тихо. Ну я почти попал. Вот. Типа вот так вот садишься на нее. Ну, понятное дело, запрыгиваешь откуда-нибудь. И вообще без проблем. Ждешь, пока она проглотается. Единственная, что проблема на модах, особенно на модах, здесь, ну, очень много диких. Ну, вы сами знаете, сколько здесь диких. Да и не на модах они тоже встречаются тогда, когда они нафиг не нужны. Одно радует. Этих кристаллов у меня очень много. Вот, значит, я могу попробовать еще других виверн притомить. Не знаю зачем. Честно, но чтобы были. А сейчас ждем, пока проголодается. Вот, кстати, про что я говорил. Нажался, пока она взлетит. То есть просто на ней стоим, тусуемся. И как бы по идее не должно сбить ничего. Ну, кроме если я во что-то там врежусь, а она посчитает, что типа для нее это нормально. Вот примерно это как-то так и работает. Вот про что я имел в виду. Он типа в дерево упирается и все, и соответственно скидывает. Ну, да. Как бы это не проблема обратно догнать, откуда-нибудь с камешка запрыгнуть и все в таком духе. Ну как не проблема, проблема и сильная. Вот, кстати, увидели, что там находится Таркинс.
как вы думаете? Он будет дружелюбен к тебе, если ты будешь находиться на Виверне? Естественно, нет. И поэтому он может атаковать. Так что даже Ванилка может немножечко поднастрать. Ну так, вкратце. Альфа. Прикольно. Так, не эта кнопка. А, да какой нафиг камешек? Я просто по крылу забрался сейчас. Там главное такой момент выбрать, когда стоит, и прям реально по крылу забираешься, по лапе вот это вот. Прикол. Мне больше смущает вот этот, так сказать, господин, который что-то там где-то стоит. Каркинос. Может тебя вольнуть пока? А? А чё? А чё? Мне ресурсы нужны. Говно! Иди сюда. Говно, а? Говно, твою мать! Хорош рыбки глушить! Ты пошел ты, короче. Ты чё, там рыбу сожрал, что ли? Ах ты, козёл! Рыбнадзора на тебя нету. Так, ладненько. Шутки шутками. Но хитинчик-то я добуду сейчас. И это хитинчик. А тот самый полимерчик, который мне нужен. А твою мать! Это серьезно, что ли? Вот ты... Безумец! Глупец! Я бы даже так сказал. Так. Ну, по идее, еще. Так. Вот это говно тоже надо убирать. Ну, тебя нафиг. Знаю я вас. Сейчас вы такие летаете, просто потом... И вот это вот и все начинает. А у меня, между прочим, нужные ресурсы в инвентаре. Кристаллы, которые я добыл потом и кровью. Так. О! Отлично. Вот как-то так. А теперь идите сюда. И вот. Супер. Так, только делаем поярче немножечко. Все как бы легко и просто. Самое главное это сначала оглушить верну и добыть кристаллов. А дальше пойдет пока закатный. Уи! А, так скажу, не знаю, насколько она быстрая. И все в таком духе. Но. Но оно того стоило. Так, ну чё, погнали на базу, тебя поставим. И попробуем еще каких-нибудь притомить. Эмбер. И. Это что там? Полыхающая, пламенная или какая там. И. Кровавая. Если вкратце, то это бьет водой. Огненная бьет, ну, Эмбер же огнем, сами видели. И Блад это накидывает вампиризм на мобов. Вот и вся разница, как я понял, только в этом. Ну, не считая визуального вида. Так что да. Ну, такие характеристики нормальные. Выносливость, главное, больше, чем обычные виверны. Ах, ну и да. И виверна, она от воды. То есть, если вот так окунешься в воду, видите, в правом верхнем углу, скорость восстановления здоровья и урон вашего Дина увеличенная. То есть, она бафается от воды. То есть, так, пробежался по воде, зацепил воду буквально на секундочку, и у тебя на 30 секунд баф. Все, то есть, если ты находишься в целом в воде, то у тебя таймер на вот это вот все не... Ну, то есть, вообще не тикает. То есть у тебя он вообще постоянно. То есть вот, как бы, еще разница в тропической. Она же водяная. Кстати, да, вот список, видите, да? То есть, here есть и 140 левел, но она агрессивная. Это вот леющая виверна. Ну, попробуем ее притомить. Следующий вообще только 50 левел идет. Ну, в любом случае, они там рядом. Соответственно, ловушка мне уже будет не нужна. Мне нужно будет только просто кормить кристаллами, которые у меня в инвентаре. По идее, должно быть, ну, кристалл 3 максимум. Учитывая, что я вот кого 130-ю томил. 130-я же, да? Таймин 164-й не пишет. Вот, томил 130-ю и как бы 2 было кристалла. Надеемся, что мне кристаллов хватит и меня никто не убьет.
Вот такая вот локация с тлеющими деревьями и с тлеющими вивернами. Конечно, темно здесь. Это еще у меня яркость прибавлена. Гамма-то не дефолтная, а 3,5. Так что давай гамма. Давно сюда уже не залазил. Сделаем вот так 4, чтобы вам все-таки было получше видно. И давай спускаться вниз. И надеюсь, что она не сагрится на меня и будет томиться. О, добрый вечер. Повис тут. О, здорово. 51%. Да, это вот то, что мне нужно. Овис Ариас. Ариас. А почему Ариас? Ну, в любом случае, мне нужна вот эта вот штука. Под названием сырая баранина. Ну, рейты, наверное. Возможно, рейты, да, я не знаю, наверное, рейты, да, да. Это. Ну, неважно. Мы вообще-то не за бараниной сюда пришли, а за кристальной верной. Естественно. Отслеживать. Я да, вроде бы нажал отслеживать. А, вот теперь отслеживать, отлично. Вот, и... Да. Томим. Утраптор. Ну, их просто, походу, дело обычных динозавров, просто еще и название меняется. Да, вот здесь ты, конечно... О, добрый вечер. А это прям тушканчик. Я знаю, они от меня бегали уже. Я их пытался подойти, посмотреть, что будет с ними. Слышь? Не трожь мелкого. А трожь не мелкого. Это обычный раптор. Так, где мое чудо? Тлеющее. Хопа. Сел на хвост. Веду преследование. И снова немножечко ожидайки. О, вот отличненько. Чуть в самом конце всю малину не обосрала дилка. Прям заспавнилась. Ну как заспавнилась? Мы подошли, и она прям была подо мной. И чуть всю малинку-то и не обосрала. Смотрю, закрылась. Такой, ёпр, резко взлетаю. Ну и все нормально. А дальше, как говорится, как по закатанной пошло. Замочил скотину. Так. Отличненько. Ну и, кстати, раз уж виверночка меня сюда привела, то нужно добыть немножечко обсидиана. Пригодится. Меньше за ним потом нужно будет бежать. Кстати, пока вспомнил, как забраться на виверну. То есть вот, она когда вот так стоит, то есть она же ходит и стоит. Просто берешь и вот так по лапе заходишь, забираешься. Причем даже по вот эту, по притомленной почему-то у меня тяжелее выходит. Там даже и не стопался. То есть вот, по лапе спокойно залазишь и уже сидишь на горбушке. Еще легче, чем я даже думал, вот скажем так. Я тогда вообще не помню, как я томил. А, я помню, как я томил кристальную виверну. Тропическую. Я... Так, во-первых, мы летим правильно? Мы летим неправильно, мы летим туда. Я бегал по тропическому, смотрел, где она, чтобы только не потерять ее из виду, потому что вот этого всего не было. Она не хотела приземляться. Матерился. В душе. Все в душе. Ну, вот как-то так. Здесь уже огонь, как я и говорил. То есть, как бы, обычная стандартная виверна. Можно так сказать, как огненная виверна. Но, возможно, какими-то своими фишками. Можно, конечно, написать в комментариях. Я все равно не помню. Как-то так. Да. Короче, лечу к кровавой виверне. Опа, она что-то исчезла. Думаю,
Может, заспавнилась. Подлетаю ближе. А тут... скелетал у траптора. Ну, по крайней мере, понятно, почему задиспавнилась на Виверна. Это немножечко объясняет, что было причиной, скажем так, исчезновения. Но заспавнилась 140-я. Была 130-я. Так что все вполне себе неплохо. Только намного дальше и безопаснее. Да уж, ну вот ее уже томить посложнее, как минимум тем, что она где хочу, там и летаю. То есть здесь прям горы, 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 горы. И куча рыбы, какого фига? Столько много рыбы. О, еще и сарка здесь тусуется. Ну то есть как бы от ПВЕ лучше сразу избавляться. Только эта скотина пожирает рыбу, хиляется от нее. Так, а нужно ли мне от этого ПВЕ избавляться? Но тусует он, тусует там. Пускай тусует. Хавает рыбку. А я пока что... какой темный уголочек. А, так это пещерка. По пещеркам когда-нибудь потом. И куда ты полетела? А, вот ты где. Хоп. Кормим и сразу же сдрапываем. Здесь явно что-то будет не то. Может, какие-то пиявки вылезти или еще что-то. Благо. У меня есть кропик. И я с ним могу спокойно тусить, где хочу. Интересно. И не задаможило все равно. То есть там были и пираньи, короче, и каркинус, и все равно не задамажило. Интересно, эффективность не упала. Это здорово. Я только за. Ну, то есть ПВЕ как бы и не мешал. А, улетела. Хотел глянуть, что там по приручению. Может, уже приручать можно. Но ПВЕ не помешало, я очень даже сильно этому рад. Да уж, летают эти виверны где хотят. Если что, начал томить ее там. Безумные создания. Главное, чтобы на скелетал у траптора случайно не нарвалась. А то ведь такое может быть. В легкую. Да, все-таки вот эта вот фигня под следующим мобов, которую они добавили... Очень хорошая штука. Прям очень хорошая штука. Я вспоминаю, как я там пытался найти динусов, точнее виверн, когда они там летали в деревьях и так далее. Здесь, конечно, это прям земля и небо. Заморочек намного меньше. Вот, и я знаю, где уже летит. И мне не нужно лететь наверх, чтобы узнать, что там ее уже нет. Ну, вот примерно так. А по факту она уже опять около меня. Это безумие их томить. Еще и Альфа Каркинус. Ну, добрый вечер. Там так написано. Ready to eat. Ну, спасибо. Ready to eat. А можешь ты подлететь ко мне, пожалуйста? Поближе, 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 поближе. Или где-нибудь встать? Нет? Жаль. Я вот сейчас чувствую, вот это вот может что-то пойти не так. Обязательно что-то может пойти не так. Но там линия не сбивается. И самое главное, не просрать момент. Отличненько, давай, 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 давай. Отлично. Вот так вот уже намного... лучше. Ой, я голоден. Ну и, собственно, здесь все точно так же. Только плюется кровью. И если наносится урон, то мы включаем вампиризм. То есть вот и кровь, так сказать, обгаженных врагов идет к нам.
Да. Урон, конечно, наносит мне быстрее, чем я хиляюсь от них. В целом, сложно сказать, нужная штука или ненужная. Там в целом показан и этот... ну вот так, к примеру, удобно. Блинул, и бог с ним. А в правом верхнем углу написан этот... сколько этот эффект действует. Ну как, сколько действует. То есть пока там вот эта бутылочка отображается, значит действует все это дело. Так, с ней отслеживать. Вот, ну... что-то хиляет, что-то не хиляет. В целом, сложно сказать. Нужная штука, ненужная, но... как своеобразная... своеобразная фишка. Это, конечно, прикольно. И, как итог, вот такие представители трех видов кристаллических виверн теперь у меня есть. В целом, это обычные виверны, которых можно притомить как с помощью кристаллов, которые, как понимаете, добыть не так уж и сложно, так и с помощью обычных кристаллов, если у тебя маленький левел виверночки. Да, там томление очень долго, и реально легче мелкую какую-нибудь сагрить и слутать с нее пару кристаллов. Я играл без ритов, ну как там, что там, 2x, 3x были. То есть на них прям легко было притомить все это дело. Здесь же, ну как сказать, на ритах все намного легче в этом плане. Вот, поэтому это обычные виверны. Томить их легко, намного легче, чем выращивать из яйца. А это, к примеру, представитель обычной огненной виверны. Ну, как личное ощущение. Кристаллическая, она... ну, то есть огненная вызывает горение, кристаллическая там тоже какое-то, о, тропическая тоже какой-то эффект накидывает, вроде бы замедление, что ли, и от воды увеличивается урон и вроде бы скорость, ну, а кровавая она себя хиляет, когда наносит урон скиллом. То есть, как бы, все они три клевые и достойные, скажем так, этой игры. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, мне, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.